Всем здрасте, с вами Декоди, и спустя полгода я все-таки решил вернуться к рулетке демонов. Конечно, ничего интереснее рандомной рулетки уже не придумать, но все же пара козырей у меня в кармане имеется. И этот козырь — рулетка Изи Демонов. Один раз я уже попытался ее записать, но дело в том, что Shadow Play меня почему-то подвел и не записал все как надо, то есть просто выбросил часть кадров из записи. Естественно, у меня нехило так сгорело, я полностью переустановил винду и поставил целых два ОБСа. Старый и новый, чтобы записывать отдельно игру и вебку, потому что вот что-что, но ОБС меня ни разу не подводил. Не зря же им даже на телевидении пользуются. Тут у меня уже по умолчанию стоит Изи Демон. Кстати, опасная буква, модераторам в чате пришлось бы потрудиться, запусти я эту рулетку на стриме. Окей, рандомный сид, добавить к ссылке обязательно этот сид, и можно запускать. Что же, поехали. Первый демон Sky Tower у Трафера. Неплохо. Хороший креатор, кстати. 27% уже стоит. Окей, сейчас поставлю однерочку, даже ничего не буду нажимать. Идеально. Ровно один. Smoke weed every day. Сейчас два поставлю на изи. Даже ничего нажимать не надо, пожалуйста. О, как хорошо. К слову, эту рулетку можно применять для поиска годных левелов. Вот кто спрашивает, Декоди, а какой мне демон пройти? Easy, medium, hard. Вот, запускаете рулетку и ищите что-то подходящее для себя. А не спрашивайте постоянно, у меня это на стримах. Абсолют. Постойте, абслит. 3%. Ничего не нужно нажимать. Ну, почти. 4%. Наблюдаем внимательно. Раз. Окей, 5, так 5. Пускай будет. Зато буду без практики играть. Ой, ё-моё. Очень эпично. Четверочка, но нужно шестерочку нам. Ой, куда ты пошел? Ну, опять. 7. Ну ладно, бывает. Пускай будет 7. Я вот до сих пор не понимаю, как лучше мне вводить проценты. Ну вот сколько поставил, столько и введу. Все. Хотя надо, по идее, чтобы 100 демонов было ровно. Но это 6 демоны. Тут можно применить абсолютно любые правила, какие я захочу, потому что я в первую очередь сам себе устанавливаю правила. Что, 72? И я не допрошел его даже? Вот знаете, тут одно из двух. Либо он слишком легкий, и я поставил так много процентов, либо он слишком сложный и неприятный. Куда? Не надо, не надо, не надо, не надо. 10. Ну блин, ну это уже слишком много, десятка. Есть еще, знаете, такая категория левелов 2.0 ранних. И вот там просто ужасный геймплей, ужасное все, и в них играть невозможно. Вот... хуже некуда. Пускай лучше старый 1.9 попадется, чем 2.0 какой-нибудь. Вот без шуток. Так, как я это прохожу? Как я играю? 7%. Все, тогда условились то, что я играю без практики. Чтобы прям был такой некий челлендж. А то с практикой скучно. Ну представьте, раз, я уже прошел. А так, 11? Ровно столько, сколько и нужно. Что же там дальше у нас попадется? New Dawn. Down. Блин, такое слово. Интересно, на Твиче забанили бы за такой левел. Ой, как приятно выглядит. Надеюсь, то, что я поставлю легко. Столько, сколько мне нужно. Флаг. Желтый, синий и красный. Это типа такая интересная комбинация двух флагов или какой-то другой. Я не в курсе, правда. А куда? Все, хватит. 12.9. Еще бы чуть-чуть и было бы 13. Или нет? Надо, чтобы было 13.1 вроде. Пока что все продвигается очень неплохо. Electric Flare. Вот, по-моему, в прошлый раз, когда у меня не записалось, мне этот левел выпадал. Но он древнючий. Ну да, 3%. Ладно, думаю, то, что с первой попытки получится поставить рекорд. Раз. Здесь какая-то обманка. Судя по всему, левел из 1.9. Но ничего страшного. Это нас не страшит. Так, 12-13. Понятно. Опа. Нифига себе. Мощно выглядит. Шипы. Немножко незаметные, ничего. Сейчас, я думаю, поставлю. Без практики, прям как настоящий скилл. Да-да, у меня недавно на Bloodlust'е было... О, куда вылетел? Короче, на Bloodlust'е было 47, по-моему, тире 95. Ну, около того. В общем, мощно, да. Скоро будет, скорее всего, прогресс. Да что ж такое, опять туда вылетел. Так, не забываем, 14. Да куда? Ну, блин, не надо. Ну, 17, зачем так жестко-то, а? Ладно, 17. Было без вариантов. Я что сделаю? О, мемори. Это плохо. Хотя выглядит в целом приятно. И музыка, кстати, ностальгическая. Раз, два. Зажимаем полностью. Ой, волна. Спасибо за волну. Это фактически фришный парт. Постойте, мне главное не забыть то, что 18. Короче, фришный парт это если кораблик и если волна. Опять же, без мемори. Но они редко с мемори бывают, поэтому очень люблю такие парты. Вот, все. Можно сказать то, что прошел. Прям с этой попытки. Проверяем. Как обычно, мой скилл. Перевернутая, обычная. Вот так вот. А куда ты?
Ну не надо. 21. Такс. Эклипс. Да, сегодня, конечно, одна годнота выпадает. Что у нас тут? А, фришный парт. И музыка прям ностальгическая. О, обожаю такую. Раз, раз, раз. Ой. Все, хватит. 22. У меня такое ощущение, что некоторые демоны одинаковые попадаются. Я не могу смотреть на процент. Ну, за что? За что просто? В частности, эта рулетка мне нравится больше, потому что здесь я записываю столько процентов, сколько реально поставил. А не пытаюсь там по одному, знаете, идти. По одному очень жестко. Так, а куда дальше? 26. Блин, все, заговорился. Абсолют зиру. Нифига себе, 350 тысяч? Это ж вообще настолько давно было. Капец. Ну и левел, конечно. Ой, какая ловушка. Мемори нужно запоминать. Вот это да. О, ужас. Ужас, сколько здесь всего. 27, я посмотрел. А, я был прав. Я был прав, куда лететь. Но все же моя удача несовершенна. Вниз, вверх. Давай же. Опа. Найс. Чисто танцевальная такая музыка. Необычно. По-моему, я этот трек даже ни разу не слышал. Мне жаль в этой ситуации только левел, потому что он генерик. Ну ладно, не так это уж и плохо. Будем честны, большинство левелов генеричные и похожи друг на друга. О, скип! Это скип! Давай! Столько, сколько нужно! Серьезно, 28. Что-то необычное такое и приятное. Неужели с первой попытки что-то удастся сделать? У меня как-то было такое то, что я с первой попытки... О, даже как-то монетку собрал. Вот это да. Тащим, получается. Раз. Эй, вниз кораблик ушел. 15, надо 29. Давай, с первой попытки. Пожалуйста. Не делай мне больно. Фух. У меня слишком хорошее настроение сегодня, чтобы материться, поэтому просто, ну, печально, грустная ситуация. Довольно красивый левел. Так-так. Так-так-так. Так, здесь перевернутый, нужно 28, короче, все. А, 29, лол. Ладно, лучше больше, чем меньше. Фан. А, постойте, это... А, я вспомнил левел. Хорош, хорош. Только он длинный вроде бы как. Но это не страшно. Ладно. С первой попытки не получилось. Ой, как хорошо играем. Играем. 19 уже. Так, смогу или не смогу? 30. Мне нужно 30%. Опа. Все. Изи. Фран сам. Скам. Или постойте. Кам. Блин, фран сам, короче. Все. О нет. Только не невидимые. Вот не надо мне платформы невидимые. Надеюсь, то, что хотя бы блоки, то есть порталы видно будет. А, 17% уже. Так. Пожалуйста, эта попытка должна быть удачной. Я тыкаю. Фух, 32. Very Wolf, я его помню. Хороший креатор. Я так понимаю, то, что будет годнота. 33. Запомнили. О, да. Первый арт прям вообще мощный. Фига себе. Прикольно. Много деталей. Причем блоки дефолтные. Почему я оцениваю всегда левела, когда играю в них? Так, а там клики еще. Но это для монетки. Мне клики не нужны. Мне главное поставить 33. Ну тут 100% будет дроп. Так, я прав? Да, вверх и вверх. Блин, постоянно угадываю, куда нужно лететь с первого раза. Причем я ж, ну, до этого не играл ни разу. Пока легко. Даже очень просто. Так, вот так. И... да. Сейчас не угадал. Ну же. 30... Сколько? Я не помню. 33... Окей, 34 поставлю, потому что, ну, мало ли, с запасом. Что же может скрываться за столь интересным названием, необычным? А, то есть тут вообще нет никакого стиля, да? Уровень лайаут. Не, ну это, конечно, не новость. Такое можно часто встретить. Получается, уровень как бы без декораций совершенно. А, вот декорации пошли, найс. А вначале просто ничего не было. Ничего не понятно. Да, походу это надолго. Раз, два. Ой, ой. Неужели с первой попытки, пожалуйста? Я не хочу больше играть, ну за что 33? А куда, 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 куда? 36, все, мип.
как-то мило. Ну, в смысле, музыка достаточно милая, мне нравится. Люблю эти колокольчики. И на фоне какой-то график. Это график моей популярности, моей успешности, кстати. Вы не знали? Но это он, да. Я вспомнил мем со Stonks. Типа, покупаем, докупаем акции, фиксируем прибыль, когда они рухнули. У меня, кстати, такая ситуация уже произошла. Чтобы я больше когда-нибудь вкладывался в эти ссаные акции. Не то чтобы у меня прям горит, но... Ну да, у меня горит, будем честны. Я прям жестко бомблю из-за того, что я просрал кучу денег. Тоже очень годный, приятный прям левел. С удовольствием в него играю. 37. Как и надо. Технопульс. Название для какого-то магазина техники. Неплохо бы подошло, кстати. А, я вспомнил. Я играл в этот левел уже. Точно. Тут мичиганы выскочили случайно. Ну как, не случайно, специально. Тун-тун-тун. Пам-пам-пам-пам. Ой. А, раз... я вспомнил, да, там размазало. Там что-то жмякнуло на этом моменте. Фух. Тащу. Я тащу. Там надо было просто зажать и все. Manual. Так, ну играется приятно, пускай это и генерик, но все же я неплохо так продвигаюсь. Почти 20%. А, ну это вообще, это супер мега изи. А, 40! Нифига себе! Ретро мейс. Неужто NC level? Ну только не говорите мне об этом. Ребутинг. Перезагружаем компьютер. Хотя не, не надо. Ну такой стиль необычный. Давно не видел левелов в стиле ретро. 20%. Надо 41. Ну нет, дроп. А, то есть это даже еще не дроп. Я вас понял. Так, залетаем аккуратненько. А, зачем? А чё? Оно ж не должно быть перевернуто. Как я мог подумать то, что там перевернуто? Походу, как раз 41 до дропа. Или нет? Давайте проверим. Так, сколько... Да куда ты? А почему я тыкаю? А, 43, все. 56 и без фичера. Что? А, я в него играл, видимо, да. В прошлый раз он мне уже попадался. Как-то странно, знаете, это работает. То есть и некоторые левела, они по второму кругу мне попадаются. Но... Так-то, если подумать, в ГД огромное множество левелов. И почему мне попадаются одни и те же иногда, это, конечно, загадка. Может быть, как-то рандом работает не так, как надо. Фришная волна, полетел не туда. Раз. Так, аккуратно. Фух. Вверх, здесь на всякий случай нажать. Раз. Два. Я еще не забыл. А, куда 53? Ну ладно, пускай будет 53, так уж и быть. Ну все, с каждым разом все сложнее и сложнее получается. А, постойте, я 10% что ли скипнул? О, от Killaway, нифига себе. Муп. Кстати, по-моему, это левел от русской креаторши. Killaway. Ну да. Необычно так, то что он попался. Ой, 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 ёфошка. Фух, не слился. Как-то. О, вылетел. Да. Фух, 19. О, нет. О, нет. Как же было сложно догадаться то, что там нужно сразу зажимать. О, без практики это жестко, да. Фух. Тащим. Вниз. Но пока процент увеличивается, меня это радует. Фух, 26. Ну, вроде не сложно. И приятно так выглядит, если бы не пересветы в некоторых местах. О, найс, все, я рад. То что, хотя бы тут чуточку просто. Фух. Пожалуйста, давай. Давай. Да что ж такое. Еще 12%, а? Это не так уж и мало. Учитывая то, что паук там, ого-го, с ним сложно управляться. И понять вообще с первого раза, как там двигаться. Фух. Неужели? Больше 50. А, все, это типа такой... расслабляющий человый парт. Так, все, не разговариваю. Я не знаю, сколько нужно поставить, но, в общем, 50+. Короче, поставлю как можно больше, все. Чтобы пройти эту рулетку, точно. Все, сейчас пройду. Наверное, я не знаю.
Нет, не прошел. Ну, 61, ладно. Все, буду пытаться ее пройти. Точно. Вот, то есть, дохожу до нужного количества процентов, и там уже как получится. Давай, пожалуйста, что-то, что я пройду с первой попытки. Сюрреализм. Еще и древний левел. Ну же, давай, не подведи меня, этот левел. Я должен поставить хотя бы 80, ну так, чтобы было приятно. Вот, вверх, вверх, все нормально. Меня не обманули, а то бывает, обманывают там. Так, скорее всего, перепрыгнуть. Раз, два. Ой, ой, ой. Неплохо. Натыкал. Так, много-много-много раз вверх или, постойте, вниз. Там типа джиттер-клик. Так, жесткий джиттер-клик. Нифига себе. Ой, перетыкал. Фух, а куда? Ну вот опять вот это вот обманка, да. Так, вверх. А, ну тут вообще мега-супер просто. Я не знаю, как это можно не пройти. О, уже что-то посложнее. 48, ну вот все. На кораблике я должен поставить больше, чем 62. Ну за что 63? Ну блин, ну блин, ну я мог пройти дальше. Черт, просто. Эверластинг какой-то теперь попался. Ну слушайте, когда я поставил себе цель пройти левел демон с первой попытки, то стало намного интереснее, потому что появился такой некий челлендж. А до этого по одному процентику проходить изи демоны было, ну, так себе. Вот это уже интересно, реально. И возможно пройти, кстати, за один день и без практики. Вот, но без практики это, конечно, самое главное. Неужели так дальше и будет? Ой, ё-моё. Ого. Ну, ладно, не так все плохо, как я изначально думал, касательно этого левла. Фух. О, да, да. Так, вверх. Вот так вот. Уже начинается напряжение. Три, блядь. О, да, 64. Ровно столько, сколько надо. То есть, следующий горизонт это 65. Фришный парт. Отзеркаливание. Да, вот это я, конечно, не особо люблю. Но пока чувствуется легкость. Такая человость. О, неужели волна? Легкий кораблик. Вот это да. Вот это да. Блин, как же легко. Простенько и со вкусом. А, тут сразу надо кликнуть. Лол. О, 50. 50. Так. Да ё-моё. Фух. Ну же, давай. Раз, два. Ну почему опять ровно 65? Ну нельзя было пролететь нормально. Пожалуйста, ну хоть этот левел. Дай мне шанс. О нет. Хотя вроде как выглядит не так уж и сложно. 10% уже есть. Ну-ка. Что ты мне покажешь? А, волна. Тройная. Ту-ту-ту-ту-ту. О. Неужели так дальше и будет волна? Дай мне кораблик. О, нет. Ну, хотя ладно. Это все равно просто. Опа. 42. Неужели все так легко? Ага, сейчас. Размечтался. Ну, хоть левел кайфовый, это радует. А, ну что же такое? Там очень жестко на инфошке. Я прошел? Что? Так, тихо. Кораблик. Так, что там дальше будет? Я должен его пройти с этой попытки. Ну нет. За что? Я хотел его пройти с этой попытки. Ну все, следующий демон точно будет пройден мною полностью. Давай, что-нибудь годное. Дропни мне. A, B, C, D, E, F, G. Дропнулась годная, да, здравствуйте. Пока выглядит вполне себе. Ну, я имею в виду в плане сложности. То есть не так напряжно играется. Приятно, я бы даже сказал. О нет, там много режимов игры. Много всякой ерунды. А, ну вроде бы играется нормально, ну да.
Да. Ай. О, что? Как я это прошел? 48%? О, не нажимай, я нажал, да. Очень вовремя. Можно было вообще через 10 секунд показать эту надпись? Don't touch. О, неужели так просто? Ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе, вот это демон, я понимаю. Паучок. Ну, не такой плохой генерик. Не самый худший. Который мог бы быть 76, может быть, пройду. Ребят, это реально первая попытка, я не шучу. Пожалуйста, 85. Я успел. Найс. Что? Я прошел! Постойте, я реально с первой попытки. Реально! Рефлекс мастера. Вот это да. Результат. Найс. Фух, вот это я рад. ГГ вид... как там? Without practice. Соточка. ГГ. В общем, заканчиваю этот видос в кои-то веки на плюс морали. Если что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Уж не знаю, будет ли рулетка медиум демонов, потому что это не намного интереснее будет. Ну, как бы то же самое. Но опять же, без практики было бы, наверное, интересно поиграть. Потому что в данном случае я реально без практики прошел. Офигеть. В общем, да. Всем пока и до скорой встречи.